Что ты здесь делаешь, Петруччо? Тебе давно пора спать? Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Диву дача, он сумасшедший. Мне знакомо. Вот, как и обещал. Граци, брат. Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Бонжорно, Эцио. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Кон пьячере. Пойдем. Это недалеко. Мне сказали, что ты подрался с Вьери. Подрался? Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная. Но скоро все закончится. Мы пришли. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore è mio. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Imagine. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си, си. Эцио, помоги Леонардо. Эцио, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись — это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, цели. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира — это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо!
Я уверена, что тебя ждет великое будущее. Виринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Эцио, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене. Я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться в Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Заходите все, кому нужна помощь. Этот идиот что-нибудь сломает. Риде Беннеки, Риде Ульки. Сюда, я здесь. У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой! Вернись! Объясни мне! О том, что некие юноши ради забавы лазают...